Добрый вечер. В эфире ток-шоу «Prime Time». Я ее ведущая Лия Никифорова. Сегодня у нас в гостях лидер социал-демократов Виктор Петрович Шелин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив нам в студию по скайпу во второй половине передачи. Виктор Петрович, спасибо, что пришли. Согласно традиции, мы предлагаем вам выбрать тему табу, тему, на которую вы не можете или не хотите говорить, которую мы не будем касаться в этой передаче. Интересно. Есть такая? А, я должен сам назвать, да? Да, да. Ну, я не хотел бы говорить, к примеру, о семейных отношениях. То есть о личном? Ну, не о личном, а о семейных отношениях, потому что у нас семья не публичная, то есть мы в глянцевых журналах не печатаемся. Я хотел бы, чтобы у меня был какой-то внутренний мир, который никому не доступен, только нам, членам семьи. Хорошо, мы уважаем это ваше право. Вот вы зарекомендовали себя как успешный бизнесмен, но потом вы ушли в политику вот в начале 2000-х, в конце 90-х. Почему? Что вас подтолкнуло? Сложно говорить или проще? Как вам угодно, по существу. Ну вот у меня есть кинотеатры. Я открыл первый кинотеатр в 98 году. В 98 году залы были полные, в последующие годы залы были полные. А вот в 2008, 2009 все меньше и меньше людей приходит в кинотеатр. Я задался вопросом, почему? Потому что у людей, оказывается, нет денег. Так вот я пошел в политику для того, чтобы у людей появились деньги, чтобы мне опять вернулись в мои кинотеатры. Ну, я говорю о первом вашем таком политическом опыте начала 2000-х, когда вы предложили объединиться ряду партий парламентских в альянс «Наша Молдова», о том периоде. Я был одним из инициаторов клуба деловых людей «Тимпл». И мы наивно полагали, что те, кто приходит во власть, всегда будут считаться с деловым сообществом. Почему? Потому что единственным источником дохода государства это является предпринимательская активность. То есть мы, предприниматели, работаем, зарабатываем деньги, платим налоги. У нас работают люди, они, получая заработную плату, тоже платят налоги. Вот от этих налогов, значит, развивается государство. И мы всегда считали, что нужно, чтобы был конструктивный диалог между бизнесом и властью, чтобы бизнес хорошо и правильно развивался, чтобы создавались рабочие места, увеличивались заработные платы, и за счет отчислений в бюджет развивалась и страна. И практика взаимоотношений между деловым сообществом и властью показала, что недостаточно советовать власти, надо еще и влиять на власть. Да, но вы ушли потом из политики, вы разочаровались. Я с клуба деловых людей вступил в партию «Плай Натал». В последующем я способствовал тому, что «Плай Натал» объединился с рядом партий. И эта группа партий называлась «Альянс Молдова Настрия». Но когда реализовывался план Козака, и «Альянс Молдова Настрия» не имел никакой позиции, я был противником того, что такая крупная партия, как «Альянс Молдова Настрия», не высказывала никакую позицию, ни положительную, ни отрицательную, по отношению к плану Козака. И вот я тогда единственный был человек, кто из руководства партии вышел добровольно и ушел с политики. Вот с периода формирования Альянса за Молдову Настры я отказался от участия в публичной политике и вернулся только в 2009 году, когда были парламентские выборы. Почему? Потому что мне казалось, что социал-демократическая партия и лидер Брагиш в доктринальном плане и в части той команды, которые были, могут как левая партия активно участвовать в политической жизни и способствовать развитию страны. Но когда господин Брагиш во втором туре соединился с господином Тарлевым, я был разочарован такими тандемами. Я тогда не был в руководстве партии. И в последующем я опять же отошел на полгода, до тех пор, пока члены партии не пригласили меня баллотироваться. И вот я уже вернулся в большую политику, публичную политику в качестве председателя партии. Но вы вернулись в партию, которая, в принципе, одна из первых появилась на политической арене Молдовы, но ни разу не была представлена в парламенте. Вот вы как это себе объясняете? Ну, всегда... Недостаточно сил, недостаточно... Нет, не было у лидеров терпения реализовывать программные задачи. Не было настойчивости у лидеров
работать с территориями для того, чтобы нести в массы суть программных задач. И, видимо, программные задачи были недостаточно интересны обществу, в них никто не верил, и поэтому партия долгие годы пребывала как бы в оппозиции непарламентской и не добивалась никогда никаких успехов. Вы пришли в ослабленную, в слабую партию? Да, я пришел в очень слабую партию, потому что до моего прихода господин Брагиш проводил переговоры с Демократической партией об объединении. Демократы тоже как бы реализовывают социал-демократическую доктрину. Однако у Демпартии были неискренние отношения по объединению. Она фактически пыталась поглотить социал-демократов, в результате чего по сговору с активистами социал-демократической партии основная часть территорий полностью перешла в Демпартию. Когда я стал председателем, у нас было очень мало территорий, не больше 5 районных организаций. И вот мне с 2010 года пришлось заниматься партийным строительством. Сейчас у нас есть покрытие практически по всем районным центрам, по 70% сел. И результат, что мы сумели собрать подписи, 230 тысяч подписей за поддержку референдума, за вступление Молдовы в таможенный союз, доказала впервые, что в социал-демократической партии есть силы, есть организационная структура, и мы теперь готовы к серьезной полноценной политической борьбе за власть. Вот злые языки поговаривают, что вы выкупили СДП у Брагиша. Правда ли это? Но дело в том, что социал-демократы — единственная партия в Молдове, где проводится, где практикуется закрытая форма голосования, то есть тайное голосование через бюллетни. И только за лидера партии. Угу. То есть у нас не поднимают руки за лидера партии, у нас тайное голосование, то есть только на альтернативной основе. Одним из кандидатов был господин Брагиш, другим кандидатом был я, и я всего лишь на 50 голосов опередил господина Брагиша. Поэтому говорить о приобретении партии просто некорректно в нашем случае. У вас такие планы на будущее? Вы говорите о консолидации партии, о ее развитии, но вы объединили свои усилия с партией коммунистов. Что заставило вас это сделать? Ну, первое, мы объединили усилия, то есть потенциал членов партии. Мы подписали соглашение с коммунистами о том, что мы берем на себя взаимные обязательства по достижению трех задач. Первое – это недопущение изменений Конституции Молдовы. Второе – в политической практике до парламентских выборов и после парламентских выборов вносить изменения в программные задачи партии только на основании консультации с народом через консультативный референдум. Вот мы с коммунистами приняли решение предложить обществу основные принципы модернизации экономики, социальной жизни и политического устройства государства. И вот только тогда, когда мы эти 10 принципов предложим обществу и проведем их через консультативный референдум, только тогда мы это заложим в свои программные задачи и в предвыборную кампанию. И третья основная задача, что побудило нас на объединение, это, конечно, принуждение к референдуму. То есть вы знаете, что мы, социал-демократы, были инициаторами сбора подписей. Мы сдали необходимое количество подписей, 230 тысяч подписей в ЦИК. Однако Альянс за европейскую интеграцию вынудил членов Центральной избирательной комиссии отказать нам в проведении референдума. В последующем инициативная группа внесла предложение партии коммунистов, чтобы наш нами разработанный закон и поддержанный 230 тысячами граждан был ими представлен в парламент. Коммунисты сдержали свое слово, внесли законодательную инициативу, однако Альянс опять же вынес политическое решение и отказал молдавскому народу в волеизъявлении. Вы сейчас так дружно идете с коммунистами, но раньше мы слышали не совсем лестные высказывания в адрес друг друга. Ну, многие граждане Республики Молдовы имеют нелестное мнение о политической практике партии коммунистов. Именно, наверное, по этой причине с апреля 2009 года по июль партия коммунистов потеряла в доверии населения. То есть были сделаны определенные ошибки, и, соответственно, мы с коммунистами являемся конкурентами. Мы высказываем свою позицию по практике деятельности коммунистической партии, но это не говорит о том, что мы являемся врагами. То есть платформа нашей партии, платформа коммунистической партии, они близкие платформы, однако мы не согласны в первую очередь
в формах и методах борьбы. И когда в коммунистической партии было много бюрократов, то есть тех, кто во время правления партии коммунистов были у власти, мы были недовольны тем, что они делали в правительстве. И теперь, когда многие из бюрократов, которые, условно говоря, не пришли в партию, а пришли во власть при правлении партии коммунистов, ушли из партии коммунистов, сейчас, конечно, осталось достаточно здоровое ядро в партии коммунистов, и нам легче общаться и находить конструктивные решения. Вот то есть период нашей практики больше был связан с тем, что и в парламенте, и в руководстве партии коммунистов было очень много тех, кто во время работы в исполнительных органах власти занимался неплохими, то есть нехорошими делами. Вот это объединение усилий говорит о каком-то межпартийном объединении? Нет, у нас нет решения о создании какого-то политического блока или предвыборного блока. То есть мы сначала должны доказать друг другу, что мы способны быть вместе в борьбе. И через борьбу проверить друг друга. То есть вот этот процесс борьбы за то, чтобы добиться референдума, пройдет успешно, то, естественно, возможны какие-то более плотные интеграционные межпартийные отношения. А когда вы инициировали сбор подписей, вы на что надеялись? Вот партия не представлена в парламенте. А дело в том, что и сейчас мы не боремся за то, чтобы альянс отстранить от власти и самим прийти вместо альянса во власть. Конкретно о референдуме говорю. Мы надеялись на то, что в нашей стране есть демократия, есть право народа на волеизъявление. Мы собрали, согласно закону, необходимое количество подписей для того, чтобы дать возможность молдавскому народу провести референдум и сказать свое слово за таможенный союз. И вы не ожидали, что ЦИК объявит 80% подписей? Безусловно, никто не ожидал. Ни мы, ни люди, которые высказались в поддержку этого референдума. Я думаю, что и европейские чиновники, которые мониторизируют Молдову, тоже не ожидали. Однако европейским чиновникам и американским представителям дипмиссии выгодно, чтобы Молдова оставалась под их контролем, и народ не принял решение о вступлении в таможенный союз. Поэтому они сейчас и молчат. То есть они понимают, что это не демократическое решение, что это фактически диктат альянса над органами власти и Центральной избирательной комиссии. Вот мы никогда не задумываемся, что такое Центральная избирательная комиссия. Это единственный орган, который обязан способствовать тому, чтобы народ имел право реализовать свою власть в стране. То есть никто, то есть институт парламентаризма, значит, судебная система, правительство, никто не отвечает за то, чтобы была реализована воля народа на власть. А Центральная избирательная комиссия — это единственный инструмент, согласно кодексу о выборах, который обязан способствовать народу реализовать свое право. Но именно в этом случае Центральная избирательная комиссия, значит, встала на сторону правящего альянса и выполнила указания правящего альянса и запретила собственному народу, то есть не то, что превысила функции, а наоборот препятствовала реализации этого права. Многие спрашивают, почему вы не пошли до конца, почему не оспаривали в суде, почему нет никаких судебных разбирательств по поводу заявления ЦИКа. А я вам объясню, это наша тактика. Центральная избирательная комиссия вынесла незаконное решение. Значит, судебная система находится полностью под контролем Альянса за европейскую интеграцию. Если бы мы подали в суд, суд бы вынес решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, и значит, все общество считало, что мы совершили ошибки. Мы понимали, что это заготовленное решение. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы показали молдавскому народу через предложение в парламенте проголосовать этот закон, что именно члены альянса, компоненты альянса путем поднятия рук проголосовали против собственного народа. То теперь уже народ абсолютно уверен в том, что именно альянс приложил руку к тому, чтобы Центральная избирательная комиссия не пропустила это решение. Вот вы ратуете за вхождение Молдовы в таможенный союз. Противники этой идеи обвиняют вас в спекуляциях из-за отсутствия общих границ с Россией. Это глупость. Человек, который никогда не занимался экономикой, понятия не имеет, что такое место поставки. То есть сегодня любые грузы загружаются в автомобиль, пломбируется транзитной пломбой, проезжая через Украину, и в последующем, приезжая в Россию, платится там НДС, пошлина, и машина вскрывается и проверяется, ну, чтобы там было то, что в документах. В
В случае, если мы будем в составе таможенного союза, мы также загрузим машину, запломбируем. Только когда она придет в Россию, не нужно будет платить ни пошлин, не будет сюда ни проверка грузов. Просто пломба будет сорвана, она пойдет в свободное обращение, товар. Вот в чем разница, когда мы в составе таможенного союза или когда мы не в составе таможенного союза. То есть Украина – это простая транзитная территория. Я приведу вам еще один аналог. Есть Калининградская область России, есть Прибалтика и дальше основная часть территории России. С Калининградской области на территорию России, Беларуси или Казахстана сейчас идут абсолютно свободно грузы путем транзита через Прибалтику. То есть это додоновские шутки и мнение людей, которые не разбираются в торгово-экономических операциях. Спасибо. Дальше на эту тему мы поговорим вместе с экспертом, приглашенным Виктором Шелиным. Сегодня речь идет о политологе Эрнесте Варданян, который присоединится к нам буквально через 30 секунд. Виктор Шелин и политолог Эрнест Варданян. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорили о перспективах Молдовы в таможенном союзе. Вот господин Шелин дал понять, что граница не препятствие в этом деле. На ваш взгляд, препятствие или нет? И насколько правы оппоненты идеи вступления Молдовы в таможенный союз? Ну, я не буду рассуждать с точки зрения экономических параметров, потому что Виктор Петрович, наверное, знает это лучше меня, ибо я не экономист и не бизнесмен. Но, знаете, я не исключаю чисто политических препятствий, которые будет руководство Украины чинить вот этим грузоперевозкам, о которых говорил Виктор Петрович. Почему они будут создаваться, с какой целью, кем и так далее, это вопрос уже другой, он напрямую даже может не относиться к Молдове или к России. То есть есть определенные силы в Украине. Атлантисты по-прежнему там сильны, хотя власть в Украине поменялась, сейчас там вроде бы формально не атлантисты. Проамериканская, проевропейская партия в Киеве сильны, поэтому нельзя исключать применение определенных рычагов воздействия на механизмы таможенного союза, которые будут применены в случае, если Молдова все-таки вступит в эту организацию. Вот Виктор Петрович в первой части очень верно заметил, что определенные западные силы в самой Молдове очень активно препятствуют каким-либо, значит, изменениям в молдавском обществе с точки зрения перспектив таможенного союза. И кто сказал, что эти же западные силы не могут воспользоваться своими определенными рычагами и на территории Украины? Мы, если постоянно будем апеллировать к западным силам или бояться этих западных сил, мы никуда не двинемся. Значит, Украина – субъект международного права. Молдова – субъект международного права. Украина – член ВТО. Молдова – член ВТО. Никогда Украина по отношению к Молдове не может применять каких-то дискриминационных мер в вопросе транзита груза. Есть понятие «корнет тира». И Украина, и Молдова, и другие страны его применяют. Если одна страна предпримет к системе ТИР какие-либо санкции, значит, это найдет осуждение, будут применены экономические санкции по отношению к стране, которая не пропускает транзитные грузы. То есть я понимаю, что всегда можно бояться, но бояться не нужно. Из того потока грузов преимущество вступления Молдовы в таможенный союз имеет одну очень существенную деталь. Первое. Почему в течение 20 лет к нам времени нашей независимости не шли иностранные инвесторы? Все говорят о коррупции, о каких-то проблемах, это все неправда. Они не идут к нам, потому что мы маленький рынок сбыта. То есть кто-либо построит одну крупную фабрику, а в России есть Онищенко. И никакой гарантии, что если он будет производить здесь продукцию, то Россия купит, потому что там есть Онищенко. А в случае, когда мы в составе таможенного союза, то никакой Онищенко не может предпринять никаких мер, потому что наши сертификаты, российские сертификаты, они приравнены. Mm-hmm. Соответственно, вот эти факторы политического характера, индивидуального какого-то мнения или смены политической системы в той или иной стране никак уже из-за
того, что единые правила экономического, экономических взаимоотношений не могут повлиять на того потенциального инвестора, который к нам придет. А если мы еще как Молдова захотим, чтобы к нам пришло больше, чем в Белоруссию и Россию, и создадим более льготный налоговый режим, то, соответственно, инвестор придет по двум причинам. Первое, что в Молдове более льготный налоговый режим, и у Молдовы есть гарантия сбыта этих товаров, которые инвестор будет производить, на рынке 200 миллионов, которые живут в Беларуси, России и Казахстане. Эрнест, вот вы говорили об интересе прозападных каких-то сил, которые препятствуют вхождению Молдовы в таможенный союз. У них наверняка, вы подразумеваете, что есть экспоненты какие-то на территории нашей страны. Вот вы кого-то видите и можете ли назвать, вот на ваш взгляд, кто осуществляет такую политику? Да, собственно, зачем, как говорится, зачем далеко ходить? Нынешний правящий альянс совершенно четко является выразителем интересов определенных стран, определенных организаций международных, европейских, западных. И они, в общем-то, это и не скрывают, поэтому мой ответ очень простой. Сама власть, она и есть экспоненты этих интересов. Но Европейский Союз же никогда не настаивал на разрыве отношений с Россией. А речь же не идет о разрыве. Ведь хитрость заключается в чем? В том, что формально партия Альянса заявляет о необходимости сохранения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Но они его понимают как-то, наверное, по-особенному. То есть они считают, что достаточно с Россией договориться о нормальных условиях поставки газа. Это первое. И второе, договориться, чтобы, не дай бог, не случился рецидив марта 2006 года с винным эмбарго. Вот если эти два пункта. Ну и третье, наверное, с учетом большого количества гастарбайтеров, чтобы молдавских граждан в Российской Федерации особенно не трогали, чтобы они спокойно пересылали свои миллионы долларов в Молдову, и чтобы эти миллионы долларов спокойно тратились в нужных супермаркетах, бензоколонках и так далее. Совершенно верно. То есть вот эти три момента, если, значит, исполняются, если Российская Федерация каким-то образом находит с Молдовой общий язык, то, в общем-то, вот на этом партнерство заканчивается. Все остальное, будь то оценка истории, будь то значит, приоритеты внешней политики, будь то языковая сфера и прочее, прочее, это уже в понятие партнерства с Россией не входит. Это можно вычеркнуть и отбросить в сторону. Вот примерно такая политика и ведется. Я бы хотел немножко дополнить. Давайте очень просто говорить об этих вещах, чтобы и нам, и зрителям было понятно. Я абсолютно согласен с Эрнестом, что он сказал. Просто хочу уточнить, чего добивается Европа? Возьмем аналогию Румынии до вступления в Евросоюз и Румынии после вступления. Ранее, когда товары из Германии шли в Румынию, они облагались пошлинами и акцизами. Соответственно, стоимость товаров немецких была выше. И немцы говорили Румынии, мы вас готовы взять в Евросоюз. Ну и, естественно, будем помогать, развиваться и прочее. Как только Румыния приняла решение, соблазнившись, и вступила в Евросоюз, что она сделала? Она ликвидировала границу таможенную, отказалась от сбора с немецких товаров пошлин, лишила свой бюджет поступления от этих пошлин в надежде на то, что потом Европа поможет. Немцы заполонили всю Румынию своими товарами и этими же аналогичными товарами голландцы, французы, итальянцы заполонили Румынию, а взамен Румыния ничего не получила. Румыния платит членских взносов больше, чем получает помощи от Евросоюза даже в виде кредитов. То же самое европейцы преследуют с нами. Они нас не хотят брать в Европу, чтобы не взять на себя обузу и ответственность по инвестициям, по кредитованию. Они хотят, чтобы мы только открыли свои границы для европейских товаров. И здесь Эрнест абсолютно прав. И в то же время они говорят, не ругайтесь русскими. Там есть 600 тысяч гастарбайтеров, которые отправляют 1 миллиард долларов. Нам, немцам и французам, очень нужен этот миллиард. Пусть они работают где-то в России, отправляют своим родственникам, но идут в наши супермаркеты, покупают наши французские, немецкие товары. И таким образом, чего добивается Германия? Что в Германии есть рабочие места, работают предприятия, есть налоги. И пенсионеры получают хорошую пенсию. А наши вынуждены, здесь мы полностью ликвидировали свою промышленность, наши вынуждены за рубежом работать, присылать деньги, а немцы их собирают с нашей страны. За счет того, что осуществляют контроль за политиками, которые находятся у власти. И которые за это также получают деньги, чтобы именно такая ситуация формировалась. Виктор Петрович, а можно вам вопрос мне задать? А вы не опасаетесь аналогичной ситуации в случае вступления Молдовы в таможенный союз, что российские товары заполнят молдавский рынок? Почему? Нет, и хочу вам объяснить. Потому что
Что имеет Россия? Россия имеет лес, металл, удобрения, газ, бензин. А у нас этого нет. Но в России нету вина, перца, яблок. Да? Соответственно, нам выгодно быть с теми, кто не имеет нашего товара. Соответственно, мы свой товар продаем им, и у них берем тот товар, который нам нужен. А когда мы в Европе, пожалуйста, у нас Италия, Греция, Франция, Румыния, Болгария, которые выпускают аналогичные же товары, и мы их не конкуренты. Поэтому они никогда не инвестируют в нашу страну. Поэтому нам лучше с северянами жить и за счет них зарабатывать. И у них дешевле покупать. Как было в советские годы, надо полагать. Так примерно и было. Тогда. Да, как было в советские годы. Только я это говорю не из-за ностальгии. Угу. Да, у меня есть определенная ностальгия, потому что я родился, получил образование в те времена. Но это чисто экономический расчет. Нам нужно быть там, где можно дешевле покупать и куда можно выгодно продавать. Понятно. И когда мы не являемся конкурентами. Скажите, пожалуйста, недавно высокопоставленный чиновник из российского МИДа сказал, что возможное вступление Молдовы в таможенный союз повлияет благоприятно на приднестровский конфликт, на его решение и ослабит напряжение. Вот вы придерживаетесь того же мнения или думаете, что это... Я думаю, что в первую очередь Эрнест должен рассказать, он нас там отсидел. Он отсидел у нас там, знает хорошо ситуацию. Понюхал пороху называется. Ну, как сказать, вопрос, наверное, в цене. Вопрос цене, которую готовы заплатить Молдова, имею в виду правобережная, вот, да, конституционные власти Республики Молдова, которые готовы заплатить цену за вот эту интеграцию в таможенный союз и реинтеграцию. Неизвестно еще, что будет сначала, и реинтеграция или вступление в таможенный союз. Да? Вот пока я, честно говоря, на этот вопрос ответа не нахожу. Какую цену готовы заплатить? Наверное, цену определенного разрыва отношений с Евросоюзом. Не полных, конечно. Речь не идет о колючей проволоке по реке Прут. Возможно, Молдова потеряет какие-то шансы по, допустим, соглашению об ассоциации и последующей либерализации визового режима. Возможно, потеряет в плане дальнейшего внедрения торговых преференций и свободного рынка сбыта для молдавских товаров в Европе, который теоретически все еще на стадии осуществления может быть реализован. Потеряет еще не осуществившееся. Эрнест, возможно. Эрнест, почему нас не пускают в Европу? Один простой ответ. Потому что мы бедные. Я вас уверяю, что как только наши люди начнут зарабатывать деньги, европейцы откроют границы для того, чтобы мы их там оставляли. Совершенно почему верно. Сегодня около 6 стран Евросоюза требуют в Брюсселе, чтобы дали возможность безвизового въезда россиянам? Потому что россияне — это кладезь. Денежные это кошельки, деньги. Европе нужны россияне для того, чтобы россияне оставляли там деньги. То же самое и в нашей ситуации. Не надо бояться. Это вот Альянс за европейскую интеграцию пугает наш народ тем, что не дай бог вы захотите с Россией стать богаче, вы потеряете возможность получить безвизовый въезд. Нет, Россия намного ближе к получению права на безвизовый въезд, чем Молдова. Совершенно. Почему? Потому что у нас нет минимального требования Евросоюза, чтобы заработная плата была не менее 1200 евро на одного человека в стране. Я, кстати, по этому поводу всегда иронизирую, что дикая азиатская Россия гораздо ближе к получению безвизового режима с Европейским Союзом, чем сугубо демократическая Молдова, история успеха, лидер восточного партнерства. Это на самом деле грустная ирония, потому что я как человек, как гражданин Молдовы, хочу иметь безвизовый режим, хочу спокойно поехать в Европу, без границ. То есть мы не... Но пока есть... это, к сожалению, далеко у от реализации. Началась интерактивная часть передачи. Вы можете звонить нам по скайпу. А пока у нас вот несколько вопросов. Вот один из них, Кристиан, господину Шелину вопрос. Пройдя в парламент, чем вы будете отличаться от нынешнего плохотнюка, который также пришел в политику, являясь бизнесменом? Значит, во-первых, не Шелин идет в парламент, а партия идет в парламент. Вам нужно прочесть мою статью «Вектор перемен. Три революционные задачи». Там в программной статье изложено очень просто, значит, три основные революционные задачи, которые ставит перед собой партия. Неправильно думать, что кто-то способен оставить бизнес и идет во власть только для того, чтобы опять от власти получить деньги. У нас сегодня в бюджете, у нас сегодня у экономических денег, агентов нету денег, ради чего идти. То есть некого оббирать уже.
понимаете, чтобы идти во власть. То есть я за 25 лет работы в бизнесе доказал, что, первое, у меня не волосатые руки, то есть у меня нету папы или мамы, которые мне что-то подарили. То есть я 25 лет в бизнесе все сам своими руками делал, создавал рабочие места. Притом рабочие места в различных областях. Я очень хорошо знаю проблематику реального сектора экономики. И с учетом моей политической практики, с учетом моих взаимоотношений со всеми президентами, премьер-министрами, депутатами за эти 25 лет, я понимаю, в чем их проблемы были. Их проблемы были всегда в том, что у них не было никакой экономической идеи для страны. У меня эта экономическая идея есть. Именно поэтому я больше известен в Молдове как человек, который продвигает чисто экономические проекты Молдовы. То есть страна как один единый экономический проект. Это Молдова, свободная экономическая зона между Европой и таможенным союзом. Что значит свободная экономическая зона? Это не офшор, это не финансовая... как бы не финансовые предложения. То есть по нашему предложению мы отказываемся от НДСа, от пошлин, от акцизов, что обеспечивает, что в Молдову может зайти любой инвестор, ничего не заплатить, завести сырье, ничего не платить, развести товар, ничего не платить, отправлять товар в таможенный союз, не ждать возврата НДС. И для того, чтобы наш молдавский бюджет не потерял то, что ранее получали в виде таможенных пошлин, будет установлен налог с продаж. То есть уже на кассовом аппарате будет простой налог с продаж. Но это обеспечит впервые приток сюда иностранных инвесторов. Я иду в политику для того, чтобы решить накопившиеся проблемы. И как бы это ни было смешно, потому что всегда, когда политик идет и говорит о каких-то серьезных проектах, люди настолько не верят сегодня в политику, что кажется, где-то здесь подвох. Но не верю я, чтобы был такой человек, который идет в политику для того, чтобы... Вы знаете, сейчас очень многие... Я думаю, что Кристиан, который задал этот очень многие депутаты сегодня не соглашаются быть премьер-министром. Потому что они понимают, что полная... Расстрельная должность. Да, расстрельная должность. Потому что полный бардак, значит, экономики нет, и это все нужно поднимать, и это должен делать премьер-министр. Сегодня не так легко. То есть все хотят власти, но все хотят, чтобы была власть, и ничего не делать, и только получать. Я же русскоязычный. То есть я как бы не нацик. Да? То есть я не могу претендовать сегодня на то, что буду президентом. То есть я обязательно, придя в политику, буду в исполнительной власти, в первую очередь, доказывать людям, способен я или нет, сделать то, что раньше говорил. Давайте пока не превращать это в предвыборные дебаты. У нас звонок по скайпу. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос, мы вас слышим. Человек обиделся, что мы не поздоровались. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Петрович, каковы шансы социал-демократической партии попасть в парламент на следующих выборах? Понятно, что проводить свою политику, будучи в оппозиции, просто нереально, невозможно. Как вы намерены попасть в парламент? Пометуя о прошлых результатах, которые вы получили на прошлых выборах парламентских. Спасибо. Но если вы обратили внимание, то я в августе месяце 2010 года только получил пакет документов в руки и печать партии. В сентябре мы сразу объявили бойкот и случились внеочередные парламентские выборы. Понятно, что за два месяца я не мог подготовить партию к выборам. Именно поэтому мы не очень даже тратились, потому что понимали, что шансов очень мало. Поэтому говорить о результате социал-демократов после руководства господина Брагиша, после того, как он допустил, что основная масса территориальных организаций ушла, нельзя было. Но наша практика 2011 года и факт того, что мы сумели собрать маленькая непарламентская партия без денег, без власти, сумели собрать 230 тысяч подписей под идею таможенного союза, говорит о том, что люди нам верят, люди поддерживают наши идеи. Это первый вопрос. Первая часть ответа. Вторая часть ответа. Вы понимаете, что примерно 65% это левый электорат. Сегодня Дадон, Мишин и прочие не могут претендовать на то, что он не левый электорат, потому что они предатели, условно говоря, левого электората. И они очень слишком завязли в отношениях с альянсом. Соответственно, только две партии, это коммунисты и социал-демократы, могут претендовать на этот электорат. Мы договорились с партией коммунистов, что мы прекратим перетягивание электората
Мы будем вместе бороться до парламентских выборов, и пусть нас левый электорат рассудит и даст нам должное нашей партии, партии коммунистов. Почему? Потому что мы, опять же, возьмем на себя обязательство в парламенте представлять единое большинство парламентское. Поэтому я думаю, что если все будет честно в наших отношениях с коммунистами, то обязательно социал-демократы и коммунисты будут в следующем парламенте представлять большинство. Спасибо вам за звонок. У нас еще один вопрос по скайпу от Вячеслава. Сегодня вот объявлен кандидат на должность главы службы информации и безопасности. Как вы относитесь к тому, что господин Балан является открытым сторонником унионизма, а также членом одной из масонских организаций, масонской организации «Ротари»? Я вам скажу, что для меня было крайне удивительным, когда я услышал, что человек, будучи послом Молдовы в Израиле, еще не прошел должную проверку последствий посольской работы в Израиле и уже назначен на должность такую ответственную, как директор такой серьезной секретной службы. Обычно так не делают. Обычно человека с посольства вывозят, проверяют, насколько его там сделали двойным агентом, и после серьезной тщательной проверки назначают на должность. Я, конечно, шучу, я даже не обвиняю в том, что он завербован кем-то, но только в молдавском государстве могут принимать такие безответственные решения. А на ваш взгляд? Ну, я, честно говоря, был удивлен. Я очень мало информирован об этом человеке, знаю только, что он отец Дана Балана, легендарной личности. Ну, я не знаю, я не могу оценивать человека, которого вообще не знаю. То есть я слышал, что он работает в сфере дипломатии с начала 90-х годов. Возможно, он хороший дипломат. Возможно, опытный, там, ну, карьерный дипломат, да, как говорится. Как он защищал интересы Республики Молдова, мне неизвестно. Я не могу сказать ни плохого, ни хорошего, ибо этот человек для меня вообще закрытый. Как он будет руководить СИБом, мне тоже очень тяжело сказать, с учетом специфики этой организации, с учетом того, что в последние годы эта организация, как и многие другие, стала филиалом одной из партий правящего альянса и исполняет роль такой, знаете, и дубины, и подслушивающего устройства этой альянса в борьбе с противниками. Ну, посмотрим. Я буду надеяться, как человек вообще оптимистичный по жизни, я буду надеяться на то, что господин Балан будет достойно нести свои обязанности, а дальше посмотрим. Согласно алгоритму... Безусловно, что он согласно алгоритму назначен уже, потому что эта должность давно была предметом торгов между ними. Я думаю, что договорились. А масонская, значит, деятельность не препятствие в этом случае? Ну, знаете, масонами были и являются многие президенты США и многие другие видные деятели культуры, политики, науки во всех странах мира. Даже масоны правят миром. Масоны правят миром, да. Поэтому, ну, но одним масоном больше, одним меньше. Ну, уже ладно, не сможем же мы одной маленькой Молдовой перебороть всю масонскую организацию мира. У нас еще один вопрос к господину Шелину. Дела Алекс Русу. Наказу евентуально ролечи, редака посидея, есть иди аккорд, что есть гата со серетрага, дин курса электоралом фаворе печереме? Никогда. То есть социал-демократы будут идти отдельным списком и никогда не уступят своего избирателя партии коммунистов. То есть мы разные партии. А блок создать? Нет, блок мы создавать тоже не будем. То есть мы готовы принять на себя обязательства перед парламентскими выборами, что в парламенте мы будем в коалиции с партией коммунистов. Это однозначно, я гарантирую. Вы не боитесь дробления, традиционного дробления электората? Нет, я не боюсь. Я даже считаю, что тактически правильно социал-демократам и коммунистам идти разными партиями. Почему? Потому что вы помните, что Альянс перераспределил, изменил принципы распределения тех, кто не прошел в парламент. Если раньше в пропорциях, к примеру, 50% партии коммунистов набрала, 50% шло ей, и три партии другие делили, условно говоря, на три части. А сейчас по количеству партий распределяется все равномерно. То есть партия получила большинство, получает только маленькую часть, то же самое, что маленькая партия. Поэтому левые партии должны идти обязательно самостоятельными списками для того, чтобы получить при формировании большинства еще большую часть нераспределившихся голосов. А с госпожой Павличенко вы готовы вести диалог? Нет, я госпожу Павличенко готов по заднице бить за ту деятельность, которую она ведет на территории Молдовы.
А вы уверены в том, что госпожа Павличенко ведет именно ту политику, на самом деле, которую формально декларируют? Нет, я уже неоднократно говорил, что я уверен, что госпожа Павличенко занимается пропагандой румынского унионизма только с одной целью, чтобы приднестровские власти закрылись и прекратили процесс интеграционный с Молдовой. Почему? Потому что только тогда, когда мы объединимся с Приднестровьем, увеличивается гарантия нашего суверенитета и независимости. Почему? Потому что там много русскоязычного населения, если они будут вовлечены в политический процесс, они никогда не допустят поглощения Молдовы. Доля пророссийского электората увеличивается, да. Конечно, существенно. Поэтому она занята только этим. Вот даже компрометирующие всякие сплетни про Шевчука и прочие, выброшенные в прессу, это тоже связано с тем, чтобы он обозлился, закрылся, обиделся и все больше изолировался. Кем выброшены? А вы не заметили? Кем выброшены? Вы не заметили, на каких сайтах появилось? Кто первый выбросил, тот в этом и виновен. А дальше уже то, что тиражируется, это так, для скандалов, для популярности, поднятия рейтинга. Тема для размышлений. Обоим приглашенным вопрос от Василия. Как вы относитесь к сегодняшнему решению ЦИК о запрете кандидатам от ПКРМ идти на выборы под своим партийным символом? Уже, да? Да, уже сегодня. И отвечаем коротенько, потому что у нас по скайпу ожидает... Я тогда отвечу коротенько. Вполне ожидаемое решение, то есть абсолютно логично укладывающееся в схему постепенного давления, если не уничтожение партии коммунистов. Это является совершенно очевидным императивом политики нынешнего альянса, поэтому ничего другого я не ожидал. Я абсолютно уверен, что Конституционный суд примет последующем решении о том, что запрет серпа и молота был незаконный. Почему? Потому что Конституционный суд уже подал запрос в Венецианскую комиссию, запрос на экспертизу закона, а члены Венецианской комиссии уже заявляли ранее, даже до запроса Конституционного суда, что они считают это решение не демократичным. Спасибо. Добрый вечер. Что? Алло. Добрый вечер. Алло. Вы в эфире, задавайте свой вопрос. Алло. Виктор, добрый вечер, мы вас слышим. Правильно, социал-демократами, коммунистами, идти разные партии. Выключите, пожалуйста, звук у себя на компьютере. Изменил принцип. Алло. Тех, вы меня слышите? Да, молодой человек, выключите звук у себя на плеере. Я хотел задавать вопрос Виктору Петровичу. Как будут развиваться отношения с Китаем, если он будет при власти? Или у власти, или даже сейчас, какая там помощь от Китая мы можем получить? В декабре прошлого года, 19 декабря, Коммунистическая партия Китая заключила с социал-демократами соглашение о межпартийном сотрудничестве. Немногие люди знают, как это могло случиться, но я сейчас расскажу, раскрою скобки. В течение полугода в различных министерствах и ведомствах Китая я презентовал и доказывал целесообразность превращения Молдовы в свободную экономическую зону между Евросоюзом и Таможенным союзом. И после одобрения многими министерствами и многими отделами Центрального комитета Коммунистической партии этого проекта, Коммунистическая партия Китая пришла к необходимости заключить с нами соглашение и поддерживать нашу партию в последующей политической деятельности. Значит, только в том случае, если мы вступим в таможенный союз Россия, Белоруссия, Казахстан и объявим налоговые льготы, Китай готов предоставить 2 миллиарда долларов инвестиций для полной реконструкции автомобильных, железных дорог и аэропортов, для того, чтобы в последующем можно было использовать Молдову как страну для транзита грузов уже тем традиционным покупателям. Китай испытывает сложности, то есть ему нужна большая территория, где можно открыть логистические склады, завозить свою продукцию, экспедировать ее, перегружать ее на транспорт, в контейнера, на автомобили, на поезда и направлять и в Европу, и в страны таможенного союза. Для нас это очень выгодно, у нас появится новая сервисная экономика. Далее, в результате тех форумов, которые я проводил между молдавскими и китайскими предпринимателями, вы знаете, что я их проводил, и приглашая 500 молдавских предпринимателей, 50 китайских предпринимателей, уже создано не одно предприятие, не один десяток предприятий.
И со 2 сентября по 10, когда я был в очередной поездке по Китаю, привез у нас много вопросов. Ряд проектов. Растительные системы, тепличные хозяйства и открытие крупной китайской лизинговой компании для сельского хозяйства. Если вас интересуют детали, обращайтесь к нам в партию. Владимир спрашивает вас, должна ли быть, как вы считаете, должна ли быть проведена экспертная оценка перед подписанием третьего пакета с Евросоюзом? Вот, и вы... Третий энергетический пакет, да, это полный бред, он абсолютно не нужен Молдове. Я считаю, что господин Филат допустил очень много и очень серьезных ошибок, находясь на пути раньше идущего паровоза. Что я имею в виду? К примеру, абсолютно не нужно было подписывать соглашение о присоединении Молдовы к европейскому воздушному пространству. Почему? Потому что в рамках этого соглашения мы полностью продали наш пассажиропоток, путем, который пользуется авиатранспортом. Сейчас, присоединившись к третьему энергетическому пакету, мы не все страны Евросоюза подписали это соглашение. Оно ново и оно вредное даже для многих стран. К примеру, в Германии, откуда идут поставки газа по 800 евро из Норвегии, из Арабских Эмиратов там по 600 евро, а из России по 360 долларов, там это соглашение уместно. Почему? Потому что оно предусматривает унификацию тарифов. То есть из разных стран разная стоимость газа идет, и нужно выровнять эту цену, чтобы она одинаковая была для всех потребителей. Ваша позиция понятна. То есть категорически против, это вредно, и это шантаж для «Газпрома», для того, чтобы «Газпром» поставлял газ сначала в Румынию, в Яссы, и по тому газопроводу, который строится, возвращался в Молдову, еще кто-то в Румынии зарабатывал деньги. Неизвестно, если он сможет потом вернуться по этому газу. Я еще раз подчеркну, поскольку я не экономист, то я воздержусь от экономической оценки данного пакета, я лишь скажу его политическую сторону. Как мне представляется, это, безусловно, еще один фактор ухудшения молдо-российских отношений. Как Виктор Петрович верно заметил, это элемент шантажа «Газпрома». И, в общем-то, Москва это совершенно четко уяснила и дала Кишиневу ответный сигнал. И даже после того, как мы узнали о разрешении Брюсселя Кишиневу отложить внедрение пакета до 2020 года, даже после этого Филат заявил, что пока, или не помню, это кажется, Лазарь заявил, что пока газового контракта с Россией, с «Газпромом» не предвидится. То есть настолько сейчас политика Республики Молдова направлена на подрыв этого партнерства с Россией, что даже после такой, в общем-то, хорошей новости из Брюсселя на Москву это никак не изменило. И, конечно, тревожный симптом. В данном случае я рассуждаю даже не как политолог, журналист, а как гражданин, потому что мы все платим зимой за отопление, за газ и прочее, прочее. Если этот тариф, который уже не маленький, достигнет астрономических высот, то мне будет совершенно, знаете, наплевать на европейскую или какую-то другую интеграцию, потому что мы будем просто в наших домах чувствовать себя некомфортно. И вот Молдова как, в общем-то, не игрок, да, то есть Молдова не субъект, а объект энергетической политики в Европе. Молдове, мне кажется, следует быть крайне осмотрительной в вопросах энергокоммуникаций, поскольку, ну, пардон, когда газовая труба идет из России в Молдову, а не наоборот, то, наверное, стоит учитывать позицию страны, которая тебе газ продает. Хотя я все-таки один камешек в огород России брошу. Я считаю, что не стоило России ставить самый высокий тариф на газ для Молдовы, поскольку все-таки... Простите, почему самый высокий? Один из самых высоких тарифов Нет. на газ. Значит, Румыния по 460, Болгария по 600 получает. Я видел другую таблицу. Ну, давайте мы посмотрим. А теперь у меня вопрос другой. Мы, то есть средства массовой информации, ну, которые контролируются Альянсом, постоянно представляют Россию как нехорошую страну, недружественную страну, которая, видите ли, не дает нам, молдаванам, дешевый газ. Вопрос. Вернее, я знаю о вопросе, который господину Филату задал Медведев. Он спросил, скажите, а почему мы должны дешевле продавать? Господин Филат не нашел. То есть нету никаких альтернативных предложений, нету даже просьб. То есть можно было бы сказать, извините, у нас сложное экономическое положение. Бедное население. Я молодой премьер-министр. Я хочу с вами договориться. Давайте я вас покупаю по 400, но платить буду 200, а вот эти 200 вы дайте мне в кредит. Угу. Возможно, да? Или мы улучшим отношения, мы будем защищать там русскоязычных и прочее. Мы вам предлагаем там по каким-то
очень низким ценам наши бывшие заводы, чтобы вы туда проинвестировали. Но дайте нам, пожалуйста, на 150 долларов вообще-то дешевле такие газ. Такие разговоры были. Защита инвестиций, привлечение новых инвестиций российских в Молдову. Но это, конечно, этот вопрос застопорился. Я готов кланяться, чтобы к нам инвестиции пришли, а не условия ставить: я вас пущу, дайте мне дешевле газ. То есть, чтобы пришли инвестиции, я должен просить, приходите к нам. И чтобы газ был дешевле, я тоже должен просить. Что значит, я ставлю условия, я вас пущу к нам. Да кому мы нужны? Вот что? Оксана спрашивает, есть ли интерес Евросоюза к Молдове, а также есть ли интерес к Молдове со стороны России? Значит, у Евросоюза есть интерес к Молдове. Они капиталисты. Им нужна вот эта маленькая часть, где проживает 3,5 миллиона людей, для продажи своих товаров. Ваше мнение? Интерес, безусловно, есть. Это экономически, как Виктор Петрович говорит, это и политически, поскольку после смены власти в Украине Молдова стала сейчас тем пунктом, той точкой применения европейской политики, которая направлена на создание пояса государств. Ну, я не люблю слово «санитарный кордон», но пояса государств, которые были бы более приветливы к европейцам, чем к россиянам. С различной степенью успеха этот проект внедряется. Молдове приписали статус истории успеха. Молдове заявили, что она лидер восточного партнерства. Ну, дай бог, если это так, но пока внутри нашей страны мы этого не видим. Может быть, из Брюсселя как-то виднеется все в розовых очках. Я этого пока не вижу, к сожалению. Вопрос от Валерия для обоих приглашенных. Как вы оцениваете ситуацию на медиарынке Молдовы? Опять-таки, коротко у нас. Можно я как журналист начну первый? Ситуация на медиарынке более чем для меня удручающая, поскольку когда был закрыт телеканал НИТ, я тогда предупредил своих коллег из правой, скажем так, да, провластной прессы, и сказал: ребята, не радуйтесь, потому что создан очень опасный прецедент, и не исключено, что кто-то будет следующим. Я не знаю, кто, публика, журнал или кто-то еще, это не принципиально. Прецедент создан, и я не исключаю, что пойдет дальнейший зажим свободы слова не только в оппозиционной прессе, но и в провластной. То есть это будет делаться по принципу: я плачу деньги, вы меня хвалите и так далее. Я это видел, вот столько я это навиделся этого в Приднестровье. И поверьте, я не хочу, чтобы это повторилось в Молдове. Хотя, опять же, я хочу сказать для сравнения, да. Вот я был в Москве в августе на летней школе по правам человека, и там мои коллеги из России, из Украины, из Беларуси говорили, что у них вот такие-то проблемы со свободой слова. Уж поверьте мне, после того, что я наслышался, я понял, что Молдова — это пока еще островок свободы. Пока еще. То есть у нас пока нет тех зажимов, которые происходят в прессе по сравнению с Россией, и даже в Украине, которая сейчас все больше скатывается в авторитаризм, как мне сказали мои коллеги из Киева и из Донецка. Про Беларусь я уже просто молчу. То есть я не хочу, чтобы Молдова до этого дошла. Я очень высоко ценю слово «свобода», понимаю его в очень широком таком спектре, да, и я не хочу, чтобы свободы в Молдове были ущемлены. Это неприемлемо абсолютно. На ваш взгляд, какова ситуация? Ну, я учился на факультете журналистики, и нам говорили, что мы вас учим управлять общественным сознанием. Так вот, тот, кто владеет прессой в Молдове, тот управляет общественным сознанием. Кто или владеет? Манипулирует. Владеет Альянс за европейскую интеграцию. Кто-то больше, кто-то меньше. Но основная масса средств массовой информации, значит, находится в их управлении. И для того, чтобы люди верили этим средствам массовой информации, допускается критика Альянса за европейскую интеграцию. Но тогда, когда нужно, эти средства массовой информации через проплаченных политологов, аналитиков представят необходимый выбор для Молдовы, выход для граждан. Какой? Выход какой? Выход довольно-таки такой. Я глобально вижу этот выход. Просто изменение правил игры в молдавском государстве. Да, но они не позволят изменить. То есть мы можем сегодня говорить о том, что давайте будем сами платить деньги и сформируем общественное телевидение. Вот общественное телевидение, ему платят деньги из бюджета, да, и в итоге, да, что как мы бы, получим? Как бы в Германии, да. В Германии граждане, есть общественное телевидение. Значит, граждане платят деньги, но граждане и общественные организации формируют руководство этого общественного телевидения. Поэтому общественное телевидение занимается постоянно только тем, что критикует власть. У нас же ввели налог для граждан, чтобы граждане платили за это телевидение, но Альянс за европейскую интеграцию исключительно назначает руководство. То есть они будут пропагандировать свои идеи через общественное телевидение за наши же деньги.
у нас вопрос от Алекса Русу. Господин Шелин, как вы считаете, какое руководство было бы благоприятнее для Молдовы? Политики или бизнесмены? Давайте разберемся руководство. Да? Первое. Президент. Президент должен быть очень порядочный, честный человек, который должен гарантировать нам соблюдение Конституции. Это главное. Пусть он будет поэтом, писателем, неважно. У него есть советники, он должен подобрать хорошую команду, чтобы правильные бумаги ему ложили на стол, а он должен принимать от имени народа решения в защиту прав граждан. Это первое. И бить по пальцам каждого, кто посягает на право граждан. Теперь другая власть, это исполнительная власть. Безусловно, в исполнительной власти должны быть специалисты. Если это экономика, выходец из бизнеса. Если это финансы, выходец из бизнеса. Если это культура, это хороший менеджер, который разбирается в культуре, но и хороший организатор, потому что это специфика. Ну и так далее, и так далее. То есть не надо говорить, что все бизнесмены могут качественно руководить различными министерствами по направлениям. То есть лидер, премьер-министр должен сформировать ту команду, которая ему поможет продвинуть программу правительства. А что касается парламента, это особая история. Парламент должен быть и состоять из самых достойных представителей народа. До тех пор, пока депутатами не будут достойны представители народа, а будут бизнесмены, там много писателей, пачка писателей, националистов или наоборот шовинистов, это все очень плохо. То есть я считаю, что все регионы Молдовы должны быть представлены. Но если мы говорим о урегулировании Приднестровского конфликта, то у нас вообще должна быть двухпалатная система. То есть должны быть депутаты и палата представителей. Но это отдельная тема разговора о Приднестровском урегулировании. И вот у нас к этому вопрос от Виталия. Каковы ваши планы по Приднестровскому регулированию? Возможно, вы предложите и такой вариант? Значит, моя идея была и остается прежней. Я считаю, что народ Республики Молдовы, который живет в правой части Молдовы, должен провести референдум за вступление в таможенный союз России, Беларуси, Казахстан. Народ Республики Молдовы, который живет сегодня в Приднестровье, тоже должен принять участие в этом референдуме и отдельно под юрисдикцией Приднестровья тоже принять решение о вступлении в таможенный союз. Мы вместе должны вступить в таможенный союз. Как только мы это сделаем, в течение одного года мы решим абсолютно все проблемы по интеграции страны. Вы также оптимистичны? Нет, я остаюсь оптимистом, просто мне кажется, что дьявол кроется в деталях, и, в общем-то, направление верное, о котором говорит Виктор Петрович, то есть Приднестровцам не надо уговаривать вступать в таможенный союз, им только пальцем поменять, уже завтра там будут. Дело в том, что их не могут принять, потому что они не имеют международного признания, да, они не субъект международного права. Поэтому они только с нами могут вступить. И вот когда мы, народ, примем одновременно решение о вступлении, самым важным условием является наличие единой границы. Соответственно, приднестровцы и мы должны отказаться от границы вдоль Днестра. И произойдет территориальное объединение страны. А когда мы будем отказываться от этой границы, мы, естественно, должны договориться. Федерализация. Ну, само собой. То есть на макроуровне, конечно, именно так должно выглядеть, но, опять же, не нужно забывать, что 20 лет берега жили отдельно друг от друга. Да никто там... не хотел объединения, я вас уверяю, никто я не хочу хотел. Сейчас ставить под сомнение самого, я лишь говорю об определенных подводных камнях, которые будут встречаться, возможно, они преодолимы, но мы не можем их обойти, мы не можем игнорировать факт, что там разные, у нас с Приднестровьем сейчас разные таможенные системы, пусть и непризнанные, разные фискальные системы. Это не проблема. А система образования, как вы себе представляете, Эрнест, 20 лет история румын, а там история Молдовы. В таможенном союзе уже формируется единая система образования, единая судебная система. Таможенный союз нам поможет. Вы согласитесь со мной, что у нас никто не хотел объединения. 3 года тому назад, когда, извините, партия коммунистов была в власти, они даже боялись говорить о федерализации. Так? Так. Сейчас, когда альянс у власти, более или менее даже альянс допускает вопрос федерализации. Нам нужно четко и ясно... По-моему, конечно. Вы о коммунистах, говорите, допускают? Или об и альянсе? Коммунисты, и альянс допускают вопрос... Альянс это слово не хочет. Кто? Демпартия или Филат? Филат способен на федерализацию, и Демпартия способна на федерализацию. А, естественно, либеральная партия... А? В каких да, на каких условиях? Опять же, цена вопроса возникает. Да нет никакой цены вопроса. Мы делаем двухпалатный парламент, и все.
Двухпалатный парламент. То есть палата депутатов. Что-то останавливает? Вот вы говорите, что значит, они что, готовы. Значит, что нас останавливает сегодня? Вас или прачи? Дайте сказать. В первую очередь нас останавливает разница уровня жизни. У нас уровень жизни высокий, в Приднестровье низкий. Наши молдаване сегодня едут в Шериф покупать картошку, помидоры, масло, водку и прочее. Там тарифы на газ, на свет дешевле. Сегодня не власти Приднестровья, а даже народ не согласен интегрироваться, потому что как только интегрируется, у них жизнь резко вырастет. Это то есть... возможно для кого-то хорошо. У нас по скайпу Виктор, добрый вечер. Добрый вечер, говорите. Вы нас слышите? Да. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Вам? Гостям. Кому вы собирались задать вопрос? Вопрос звучал... Я бы хотел следующий вопрос задать. Я хотел бы, чтобы участники обратили внимание на игрища более широкого плана, то есть взглянули на проблему более шире. Имеется в виду, скажем так, борьба так называемого Евросоюза против России. И Молдова сейчас является просто каким-то, какой-то шестеркой там, и правящий альянс, ну, может быть, какой-то тройкой там выступает. Вот на эту тему я хотел задать вопрос. Я с вами абсолютно не согласен, что Россия борется с Евросоюзом. Евросоюз и Россия хотят дружить. Значит, пояс, о котором Эрнест рассказывал, строят американцы. Когда я был в Коммунистической партии Китая, в Центральном комитете, у них тоже есть отдел, который строит свои отношения с вот этим поясом, который уже фактически контролирует Америка. Это Польша, это Венгрия, это Украина, это попытка захватить и Белоруссию, это Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия. Вот этот пояс служит для того, чтобы американцы через него принимали решение позволить Евросоюзу с Россией сотрудничать или не позволит. Американцы очень боятся, что высокие технологии Европы и сырье России будут объединены и возникнет мощная региональная экономическая группировка, которая сумеет в последующем противопоставить себя Соединенным Штатам Америки. Америка является проблемой. Россия хочет дружить с Европой, а Европа хочет продавать свои товары в Россию. Поэтому Европа нам не враг. Спасибо вам за вопрос. У нас еще один вопрос к вам, Виктор Петрович. Как вы относитесь к недавно возникшему в Молдове народному движению «Фронт народного сопротивления»? Считаете ли вы нужным существование таких движений в нашей стране? Гражданское общество, или скажем так, не гражданское общество, а народ, да? Народ считает, что нужно бороться с Альянсом за европейскую интеграцию. Часть людей принимает для себя решение идти в партии, там, коммунистическую партию, социал-демократическую партию, которая сегодня более или менее отождествляется с партиями, которые способны бороться с Альянсом. Часть людей пока не приняли решение вступать в партии и формируют различные платформы гражданские. Вот я считаю, что Фронт народного сопротивления — это более, ну, так сказать, радикально настроенная часть нашего общества, которая объединяется для более активных действий против Альянса за европейскую интеграцию. Но прецеденты такие есть и в Англии, в Великобритании, и в Испании, и в других странах, и в Италии. Я бы хотел добавить, я вот являюсь активным пользователем Фейсбука, активно общаюсь с людьми разных взглядов, и пророссийских, и прорумынских, и проамериканских, и так далее. Я отметил такую интересную тенденцию, что нынешней властью все более и более недовольны даже те, кто за него голосовал в 2009 году, и даже те, кто приветствовал уход коммунистов. То есть эти люди не стали поддерживать, там, скажем так, любить коммунистов, да? Но они перестали любить эту власть. И это очень симптоматично. Вот последние дни в Кишиневе происходят совершенно удивительные вещи. Мы узнаем о том, что вырубается парк, да, вот скверик перед Кенфордом, где земля продана за 18 евро за квадратный метр, что совершенно чудовищно неприемлемо. В центре города. Да, и я сегодня написал, что я тоже хочу купить землю в центре Кишинева по 18 евро за метр. Звоните, если будут предложения.
То есть вот совершенно чудовищные вещи, которые не укладываются уже ни в какие рамки, ни в идеологические, ни в политические, ни в какие. Это просто, извините, банальный бабос. То есть люди, которые пришли к власти на популистских лозунгах борьбы с коммунизмом, сейчас более-менее, так скажем, ну, прижав компартию немножко так в угол, но не до конца еще, почувствовали себя полностью свободными и начали заниматься, извините, беспределом. И вот на это общественность реагирует. Сегодня совершенно четко я увидел сигналы от людей, которые никогда не были сторонниками ни коммунистов, ни интеграции с Россией, но они говорят, что, ребята, уже, пожалуй, хватит. Уже вот эта власть уже дошла до точки, когда нужно что-то делать. Большое... Я вот сейчас закончу. Другое дело, что вот фронт народного сопротивления и эти люди, о которых я говорю, у них, возможно, одна цель, да, то есть либо устранение этой власти, либо ее, скажем так, приведение в чувство. Но задачи, конечно, у них разные. Поэтому все-таки на определенном этапе, я думаю, что вот эти две разновекторные силы могут где-то объединить усилия ради того, чтобы, значит, угомонить эту власть. Ну, а дальше, конечно, цели разойдутся. Одни хотят более европейской власти, более цивилизованной и дальнейшего ухода в Европу, да. Другие хотят привлечь эту власть к ответственности, чтобы обеспечить нормальные условия для волеизъявления народа и дальнейшего ухода уже в таможенный союз. Но вот есть точка соприкосновения, да, на которую стоит обратить внимание. Я думаю, что об этом еще стоит поговорить. У нас еще один вопрос от Николая. Один из заметных людей в бельских событиях, замминистра МВД Чобану, на днях внезапно ушел в отставку. Как вы думаете, с чем связана такая внезапность? Ведь чиновник был назначен, как мы все знаем, всего лишь 3 месяца назад. И о бельских событиях тоже у нас по бельским событиям был вопрос, учитывая исчезновение, по вашим словам, материалов из уголовного дела. Вот тоже, пожалуйста, коротко, потому что еще есть много вопросов. Чтобы зрители понимали, что исчезло. Значит, когда меня пригласили в следственный отдел комиссариата полиции, я отказался от дачи показаний и сказал о том, что вот мое встречное заявление, то есть возбуждено уголовное дело по факту неких событий. И следователи должны были установить, что это было за событие. И пытались обвинить только тех, кто пришел на защиту конституционного строя Молдовы. Я же написал заявление и потребовал, чтобы следователи установили, законны ли действия были госпожи Анны Гуцу, что она вела в заблуждение примарию, о том, что она, собирая своих сторонников на тему собрания единения гражданского общества, а фактически призывала к свержению конституционного строя, законно ли была организация госпожой Павличенко и акционе 2012 марша по запрещенному маршруту, законно ли действия были сотрудников СИС и полиции, которые отказались подчиниться бельскому органу власти, который запретил проведение марша. И именно это заявление исчезло. Почему оно исчезло? Потому что если бы были даны ответы на мое заявление, то было бы установлено, что этот марш антиконституционный, незаконный, что органы полиции повели по запрещенному маршруту незаконно людей. И, соответственно, те, кто пришли защищать Конституцию, не были бы обвинены на основании того, что они запретили законно разрешенный марш, потому что его не было, он не имел места, то есть не имело места преступления. А получается, что изъяв мое заявление, рассматривается только вопрос, что мы запретили проведение законного марша, а он не имел места, потому что он был запрещенный. Получается, что все 150 человек, которые сегодня преследуются по закону, преследуются на основании действия, которое вообще не было. Потому что вице-премьер господин Усатый подошел к госпоже Анне Гуц и сказал: пожалуйста, вот улица Индепенденции, ставьте своих сторонников, 50 человек, и начинайте марш. Но без вот этих плакатов, которые призывают к свержению конституционного строя. И она ему отказала в присутствии полиции, что она не пойдет без этих плакатов. Соответственно, тот марш, который был разрешен госпоже Гуцу в 15 часов, он не был, она от него отказалась. И они пошли по улице Пушкина по запрещенному маршруту и совершили незаконный марш. Соответственно, наши действия не могут быть квалифицированы как запрет законного марша. Там была Анна Гуц? Конечно, была. И вопрос касательно ухода господина Чобана с должности. Понимаете, у нас из полиции ушли в первую очередь тех, кто был назначен на должности при партии коммунистов, как
потенциально нелояльных к этой власти. Это первая была волна. В последующем Альянс за европейскую интеграцию сформировал команду полицейских, руководство полиции с господином Ройбу, которые абсолютно не справились с организацией общественного порядка и борьбой с преступностью. И вот пошла вторая волна уже полностью непрофессионалов, то есть людей других. То есть найти или подготовить профессионала — это очень трудно. Но это внезапность. Его назначили летом. Его назначили летом, ему дали команды, он их начал выполнять их непрофессионально, и он посчитал, что лучше правильно уйти и заняться чем-то другим. У нас человек по скайпу. Добрый вечер. Еще один вопрос. Да, будьте добры. Вы меня слышите? Да, будьте добры. Пускай Виктор Петрович скажет, судьба дальнейшего референдума или судьба 180 тысяч, которые считали, что они поддельны или недействительны. Значит, не слушайте никого, потому что в рамках заседания Центральной избирательной комиссии только 9 тысяч подписей были поставлены под сомнение. Никто не установил, что они фальшивые, они были только поставлены под сомнение. Соответственно, 230 тысяч подписей, которые мы представили, минус 9, это 221 подпись, вообще не поставлена под сомнение, что она достоверна. Сообщаю вам более, что впервые был применен запрещенный законом механизм проверки базы, то есть образцов подписей по базе данных Министерства информационных технологий. Это не предусмотрено законодательством, но тем не менее они полностью проверили. Так вот, 221 тысяча подписей были полностью достоверные. 197 тысяч подписей были отклонены полностью от рассмотрения, только по одной простой причине, что фамилию и паспортные данные, которые абсолютно верны, не писал сам человек, который подписался. На мой вопрос, а как же в течение 20 лет происходило, когда собирали подписи независимые мэры и депутаты парламента, мне было сказано, так же, как и вы. Но почему тогда вы отклоняете эти подписи? Потому что мы новые члены ЦИК, и мы имеем право голосовать против. Вот какой был ответ. Судьба. Еще один вопрос. Какие правила поступления в вашей партии? Вы, пожалуйста, зайдите на сайт psdm.md, там есть электронная форма заявления в партию. Виктор Петрович. Большое спасибо, мир вашему дому. Спасибо. Вам спасибо. Вот вопрос, зрители хотят услышать из первых уст, что произошло 18 числа в парламенте. Это было дело принципа, вы хотели обязательно попасть на это заседание, доказать свою правоту. Чего вы этим хотели добиться? Значит, очень быстро скажу. 2 месяца социал-демократы добивались того, чтобы получить легальное право посещать парламент. Мы начали эту процедуру с июля месяца. Мы получили через большие скандалы, которые мы не выбрасывали как бы на суд общественности, официальное разрешение на 4 человека в виде единого пропуска, там не написано фамилия, там написано партия. Разрешение было на меня, на Сергея Карапчана и 2 моих замов. Я 2 посещал сессии парламента, постоянно либералы в рамках сессии требовали от Лупу, чтобы он аннулировал этот пропуск. На третьей сессии, когда мы с руководителем партии коммунистов заявили об объединении усилий по достижению цели референдума. В четверг что произошло непосредственно? Значит, у меня забрали этот пропуск. Я воспользовался своим правом как лидер партии и обратился уже к партнерам по политической борьбе партии коммунистов, чтобы они мне не выдали пропуск, а дали заявку на посещение текущего заседания парламента. И согласно регламенту и закону, они подали эту заявку, как подают все остальные заявку, и моя фамилия уже была на входе указана, что на меня есть заявка на пропуск. Когда я пришел, один полицейский говорит: господин Шелин, вы, вас аннулируем пропуск. Я говорю, у меня есть заявка. Он поднял, увидел, что есть заявка, и говорит: проходите. Другой полицейский говорит: стоп, не пускайте, есть команда другая. Тут подходят бодигарды, телохранители господина Лупу, и говорят: команда не пустить. В это время я был один, без депутатов-коммунистов. Это длилось 5 минут. В это время заходили все депутаты. Либералы проходили, а коммунисты спросили, в чем дело. Я сказал, что меня не пропускают по вашему приглашению. И началось, условно говоря, началось выяснение отношений. И депутаты-коммунисты в рамках закона сказали: вот зарегистрирована заявка, есть печать
канцелярии парламента, что это было зарегистрировано за 3 дня. Это наше право пригласить человека. Взяли меня за руку, сказали, вы нас приглашены, следуйте с нами. Я с ними пошел. И в последующем вот эти все вещи по лестнице начали происходить. То есть я считаю, что мое право как гражданина посещать публичное заседание парламента было ущемлено. Право депутатов провести с собой гостя было ущемлено. И теперь ответ, а зачем же, Шилин, ты приходишь в парламент? Первое. Надо привыкать к тому, что непарламентские партии обязаны мониторизировать, чем занимаются парламентские партии. Выходить из здания парламента и говорить народу, что они там делают, почему такая плохая жизнь. В этот день принимался судьбоносный проект бюджета на следующий год. И мы с партией коммунистов подготовили совместно свои предложения по этому проекту бюджета. Я хотел видеть, как коммунисты будут защищать наши совместные интересы. Почему? Потому что у нас есть соглашение в объединении борьбы против правящего альянса. Все логично. То есть телефонное право сработало. Конечно. На ваш взгляд, реакция охраны, реакция представителей службы госохраны, она была адекватной по отношению к депутатам? Она была адекватной по отношению к их собственному положению. Я ни в коем случае не выступаю их адвокатами, но они люди подневольные, им была дана команда по телефону, они должны разбиться в лепешку и ее исполнить. То есть они были поставлены в совершенно дурацкое положение, что противоправные, да, механизмы используются, да, телефонное право вместо нормального права, которое, как вы видите, с печатью заверено. То есть они вынуждены совершать противоправные действия, потому что им так приказали. Они люди в форме. Да? Но даже регламент, который существует, не подразумевает охрану Дворца Республики. В Молдове много чего предусмотрено или не предусмотрено. Что? Предусмотрено, неужели все исполняется? Охрана только здания парламента на Штефана Чулмаре. То есть они руководствовались, во-первых, телефонным правом, а во-вторых, просто какими-то опасениями в том, что вот придет Шелли, начнет нехорошие вещи говорить или запишут то, что не нужно слышать и видеть, понимаете? То есть сработал инстинкт самосохранения в форме противоправного действия, вот и все. Вы не забывайте, что в истории нашей страны и других стран было много-много прецедентов, когда сотрудники полиции, солдаты уничтожали собственный народ, стреляли в собственный народ. Почему они это делали? Ну, и в нашей стране, и в других странах солдаты, полицейские убивали людей. Простых, нормальных граждан убивали. Как можно объяснить, почему солдат это сделал? Под карой, что ты будешь преследован по закону, что ты не выполнил приказ, или минимум будешь уволен с работы, не будешь иметь способность кормить свою семью. Спасибо за ответ. У нас есть новый звонок. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Это я в эфире, да? Да. Виктор Петрович, у меня тут 2 вопроса к вам. Значит, первый, какова дальнейшая судьба Союза левых сил, я имею в виду социал-демократической партии и народных социалистов. Вот. А второй вопрос по поводу будущего съезда, предстоящего съезда партии социал-демократической. То есть какие цели будут там на нем выдвигаться, на этом съезде, какие задачи, то есть план реализации ваших идей, ну и так далее. То есть когда он произойдет? Коротко. Значит, народные социалисты подписали с социал-демократами не политический блок, а соглашение о создании политического союза и взяли на себя обязательство продвигать 10 пунктов, которые изложены в этом соглашении. Я понимаю ваш намек, что господин Степанюк, похоже, не очень доволен тем, что я не вошел в блок, который пытался сформировать Дадон, Мишин, Фарбузал с обязательным участием социал-демократов. Потому что без социал-демократов у них получается такая Гашкина контора перебежчиков коммунистической партии и подневольных альянсов за европейскую интеграцию. А помазать вот этот комочек медом социал-демократов было бы очень симпатично, чтобы потом, уничтожая партию коммунистов руками Альянса за европейскую интеграцию, говорить, вот вам альтернативная платформа. Я на это не пошел, потому что я имею свою оценку управляемой вот этой левой группировки и никогда не войду с ними в политический союз. Что касается съезда, съезд мы готовим. К сожалению, мы эти 2 года вынуждены были жить по уставу и программе, принято еще при теме социал-демократами, при руководстве партии господина Брагиша, у нас
радикальные изменения, мы их опубликуем перед началом съезда. До начала съезда. Спасибо вам за вопрос. Вот я хотела бы с вами поговорить в продолжении темы приднестровской проблемы. Если вспомнить недавние заявления, выпады министра обороны Виталия Маринуци в адрес России о том, что она вооружает сепаратистов в Приднестровский регион. Известно также, что год назад министр обороны на заседании правительства потребовал резкое увеличение бюджета Министерства обороны, в том числе и на то, чтобы восстановить конституционный порядок в регионе. Вот сейчас мы видим заявление, перед этим были требования. Угу. Вот на ваш взгляд, к чему могут привести такие наращивания напряжения? Ну, давайте, наверное, отделим мух от котлет. Что касается последнего заявления Маринуци по поводу вооружения, через несколько дней Российская Федерация очень четко разъяснила ситуацию. Она сказала, что прибыли грузовики в Приднестровский регион для того, чтобы выполнить какую-то определенную задачу, которая исключительно касается миротворческой миссии и никоим образом не является вооружением Приднестровской администрации. Это первое. Что касается прошлогоднего заявления по поводу, если я не ошибаюсь, там самолеты хотели купить, да? Ну, это совершенно абсурдное. Там что-то это уже заложено в бюджете, уже ничего абсурдного нету. В бюджете на 2013 год уже предусмотрены расходы на приобретение и самолетов, и вертолетов. Ну, от этого оно не перестало быть абсурдным, понимаете? С кем собирается воевать Молдова? Здесь есть... Явно не с Румынией, здесь с Украиной. Здесь есть четкий план, я могу рассказать. Ну, хорошо, я сейчас закончу мысль, вы расскажите. Я подчеркиваю, что эта ситуация не перестала быть абсурдной от того, что ее включили в бюджет, поскольку... Я уже молчу о такой мелочи, что Молдова — бедное государство, и приобретать самолеты и вертолеты — это уже, знаете, за гранью добра и зла. С кем собирается воевать Молдова для этих самолетов и вертолетов? С Румынией, с Украиной? Нет. Нет, против Приднестровья... Говорили, что восстановление конституционного порядка подразумевалось именно... Если руководство Молдовы ищет оригинальные способы навсегда потерять Приднестровье, то пусть идет в этом направлении, поскольку более оригинального в кавычках способа я еще не видел. То есть, да, 92-й год трагический для нас всех остается в памяти, он еще очень свеж, и одна только мысль о том, чтобы его повторить... Я даже уже не говорю о том, что это вызовет вмешательство России и Украины сразу, как это было в 92-м году. В 92-м Украина была уже на грани того, чтобы везти танки в Приднестровье, я это знаю. То есть, если Молдова хочет так отчаянно потерять Приднестровье, пусть продолжает в том же духе. Значит, первое. Сын господина министра учится в Америке в военно-воздушной академии. Не дурак, информированный человек отправит своего сына учиться в военно-воздушную академию. Он готовит руководителя воздушных сил Молдовы. Это первое. Второе. Значит, в следующем году Альянс за европейскую интеграцию планирует полностью изменить конституцию. Чтобы все наши зрители понимали, невозможно вообще вступление в Евросоюз, если не вступить вначале в НАТО. Так вот, в следующей конституции Альянс за европейскую интеграцию планирует убрать понятие нейтралитета, то есть убрать то препятствие конституционное, что мешает нам вступить в НАТО. После этого история с самолетами и вертолетами. В чем фишка Альянса? То есть они приняли закон о том, что нам надо иметь свои вертолеты и самолеты, заложили сейчас в бюджет необходимые расходы, но вы видите, что в этом бюджете почти миллиард дефицит бюджета. Все абсолютно, кто голосовали за этот проект бюджета, сказали, что он и тем более нереалистичный. И этого миллиарда нам не хватает, но еще пару миллиардов там нет куда взять. Они объявят в последующем, что нет финансовых средств для приобретения самолета и вертолета. Подпишут соглашение с НАТО об аренде вертолетов и самолетов. Они прибудут в Маркулешты. А наши скажут, у нас нет технического персонала их обслуживать. Поэтому приедет маленький ограниченный контингент американцев по обслуживанию вертолетов и самолетов. И так они начнут здесь оседать и ждать, пока через изменение Конституции Молдова официально не подпишет соглашение с НАТО. Вот какая их конечная цель. Довольно логично и предсказуемо, я бы сказал.
И согласно нашей традиции, мы обсуждаем новость, опубликованную на агентством Омега. Сегодня это новость о Молдове-1 и частных телеканалах, которые выиграли или получили, выбили право на ретрансляцию Лиги чемпионов. Некоторые придерживаются мнения, что руководство общественного телеканала поступило безвольно и упустило свой шанс и свою прибыль в том числе. Свою выгоду. Другие же склонны считать, что медиамагнат, которому принадлежат эти два частных телеканала, один из которых появился очень недавно, соответственно, о рейтингах или аудитории покрытия речи быть и не может, он был убедительней. Вот на ваш взгляд, что произошло? Мне второй как-то ближе, потому что он просто укладывается в логику действий. Опять же, телефонное право и прочее, использование влияния финансов и так далее. То есть, руководство «Молдова-1» — это кто? По сравнению с известным человеком, которого вы имеете в виду, они никто. Поэтому этот человек, имея очень большое влияние и в парламенте, и в других властных структурах, просто сделал так, как ему было нужно. Будем смотреть, значит, Лигу чемпионов по другим каналам. Что же делать теперь? Общественный телеканал, который мог бы компенсировать часть тех средств, что выплачивается ему из госбюджета, как это, допустим, в Румынии происходит, он потерял эту возможность. А это неинтересно. Потерял, подумаешь. Это ж Лига чемпионов, это ж хорошие деньги. Вы как бизнесмен, вот с финансовой точки зрения, как можно было упустить такое? Я 2 года перестал как быть бизнесменом, я руководитель партии уже. У вас же чувство... Как человек, который имеет опыт бизнеса. Здесь вопрос только в деньгах. Безусловно, трансляция футбольных матчей – это бизнес. Почему? На том канале, на котором транслируются футбольные матчи, чемпионат Европы, чемпионат мира, на том канале размещают рекламодатели рекламу и платят, соответственно, каналу за размещение этой рекламы. Поэтому здесь ничего, кроме денег, нету. А все остальное, как Арнест сказал, это мелочь. Спасибо. И теперь мы обещали нашим телезрителям подвести итоги нашего конкурса. Вы должны назвать цифру от 1 до 29, а вы от 1 до 70. И мы объявим наших победителей, которые получат по одной беспроводной мышке. Прямо сейчас громко? Да. 55. У вас 55. А у вас? Счастливчиком должен быть 7. 7. Итак, 7 у нас Андрей Блогу, который перепостил нашу картинку. А 55-й у нас Юрий Мазур, который лайкнул на нашу новость. Поздравляю вас. Я тоже знаю их, пока, правда, только виртуально, но мы общаемся. Так что я тоже обоих поздравляю. Приятно, что такие люди. Да, кстати, я хочу предупредить, чтобы не шутили, не я был спонсором этих мышек. Это все идея канала. Это была наша инициатива. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. Мы поздравляем также наших победителей. Они после эфира могут на Фейсбуке узнать, как они получат свои призы. Спасибо вам большое. Всего доброго.